И мы выбираем... Где? Тише. Спокойно. Имя для нашей новой игрушки. Мы спрашивали вас в комментариях, кто это такой и какое дать ему имя. Мы решили, что все-таки это Зайчик. И скорее всего это мальчик. Голос Софи. И как меня будут звать? Да. Как меня будут звать? Мам, перестань. Как меня будут звать? Мам, ну серьезно, что это? И как меня будут звать? И как меня будут звать? Спасибо вам большое за кучу предложенных имен. Их предложили просто огромное множество. Кролик Боб, Кроки, Бонни, Рэйли, Хрумка, Мистер Кролик, Гуся, Розоватик, Синеватик, Туся. Попкин. Куки, Кики, Фанти, Мистер Заяц, Мисс Попкор, Лиза, Зубик, Бай, Прыгун, Зайка, Мистер Морковка, Мистер Морковка, Тортик, Крош. Чуча. Ушастик, Зозу или Зузу. Упоротый заяц. Райли, Мафаля, Митя, Пищалка, Модик, Кей, Робин, Элвин, Юзя, Зузи, Тошка, Ники, Кося, Зая, Жой, Мотя. Акакий. Саймон, Линкольн, Феликс, Кедр или Босс. Мистер Редиска, Пуппи, Брусель, Я, Яник или Ян, Милашка, Оливер, Шубер или Бетховен. Педро. Тиля, Туля, Татошка, Люня и Возя. Вадди, Бен, Джордж, Сёма, Лаки, Ушки, Абу, Няшка. Белли, Бимо, Крыша, Кобейкос, Пипашка, Фунтик, Пончик, Кико, Эмили, Пикачу, Дастин, Буба, Сюси, Ники, Зайка, Лайм, Шани, Ася и множество других предложенных имен. Наши соседи. Работает. Надо говорить наши соседи, они будут переставать стучать. Наши соседи, наши соседи, наши соседи, наши соседи. Короче, из этого миллиона имен мы выбрали 5, и из них уже выбрать не можем. Поэтому напишите в комментариях, какой из этих 5 имен вы предложите нашему мистеру Зайцу. Цифра 1, если это Арахис. Цифра 2, если это Куки. Цифра 3, если это Зозо. Цифра 4, если это Попкорн. И цифра 5, если это Петрович. Петрович, Петрович. Зозо, Куки, Арахис. Попкорн. Его будут звать Арахис, Софи. Нет, Тайван, он не Арахис, он Зозо. И он будет лежать в кроватке, а Попкорн. Тогда Куки. Тайван, скачешь как конь. Это ты конь, Софи. Петрович, я тебя спасу. Петрович, я тебя спасу. Зозо, не переживай, Иван спасет тебя от неугомонной Софии. Слышишь, Иван, сам ты неугомонный. Мой заяц, и звать его Попкорн. Почему это Попкорн? Потому что попкорны грызут. Все, я знаю, Иван, стой, я знаю, как быть. Ну ладно, Иван. Он пищит, сколько раз запищит такое имя? Один. Вот ты специально нажала, Софи. Как нечестно. Иван, считай, сколько раз и какое имя. 5 раз. Сколько он пикнул раз? Сколько он пикнул раз? Считай, сколько раз и какое имя. Софи, я не могу посчитать. Я тоже. Ай, Ваня. Давай напи, сколько же больше 5 точно. Да. Дай, мам, ну дай, мам. Все, Софи, все, мой заяц. Ну, Эйвен. Мам, давай, кидай, кидай, мам, давай, кидай, кидай, мам, давай. Мам, ну кидай, мам, ну кидай. Мам, ну давай, кидай, мам, кидай, давай, кидай, кидай. Голос, Софи. Голос. Молодец. Петрович, давай, вырывайся. Не сдавайся. Петрович. Куки, держись, мы тебя спасем. Давай, попкорн, давай, попкорн. Попкорн. Зозо. Все, Эйвен, хватит, все, надоело. Эйвен и Софи, кто зайца поймает, тот и решит имя. Ничья, мам, давай кидай еще раз. Кто зайца словит, тот и решает имя. Все будет честно. Да, да, мам. Ага. Опять ничья. Сейчас кидаю, кто ловит, тот и решает. Кто зайца поймает, тот и решает. Раз, два, три. Я. Софи, я. Нет, 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 это не считается. Ладно, он из руки вылетел. Софи, Эйвен, готовы? Ага. Ага. Раз, два, три. Я поймала. Мам, что это было? Ты специально кинула. Ну ладно, зайц, я решаю, что имя тебе выберут зрители. Да. Пусть выбирает. Эйвен, помогатель. Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий. Ага.